Всем привет! Вы на канале Мисс Элис, и сегодня у нас необычное видео. Этот ролик посвящен вам, дорогие наши подписчики. Сразу хочу ответить на вопрос, где же Алиса? Алиса сейчас отдыхает с бабушкой в Анапе и не может, к сожалению, принять участие в съемках данного видео. Но, тем не менее, я хочу отметить, что эта идея принадлежала именно ей. Что же мы задумали? На самом деле грядут новогодние праздники, и нам очень бы хотелось почувствовать себя в роли Деда Мороза. И тем самым поблагодарить наших любимых подписчиков за то, что они с нами, за то, что они смотрят, комментируют наши видео. Это безумно приятно. Кстати, мы решили сделать это такой доброй традицией, и на 8 марта обязательно устроим нечто подобное. Но это я забегаю вперед, а пока хочу вам сказать следующее. Я не так давно, буквально, наверное, пару дней назад, зашла в детский мир и купила классную серию кукол. Раньше их не видела. Сейчас я вам покажу, что это за куколки. Вот, именно их мы хотим подарить нашим зрителям. Вот он, пакетик с детского мира. И здесь лежит вот такая крутая серия капотинис, или как-то так они называются. В общем, вот такие вот куколки-чашечки. Мы купили 4 куколки. То есть это все вариации вот этой серии, которые были в нашем детском мире. Сейчас я вам покажу всех. Вот такая вот вторая куколка. Третья леди в розовом. И вот такая вот четвертая. Теперь я расскажу вам, как, собственно, получить себе на Новый год дополнительный подарочек от канала Мисс Элис. На самом деле все предельно просто. Под этим видео оставляйте комментарий, посвященный Алиске, в котором будет написано, почему вы смотрите наш канал и почему он вам нравится. Через 3 дня мы определим, кому же поедут эти куколки. Мы ждем ваших комментариев и очень вас любим. Пока-пока!